Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Ну, прежде чем начать видео, задам вопрос. Вот ответьте, пожалуйста, кто как считает, по характеру гудения данного трансформатора, есть ли в нем какие-либо неисправности. Слышите, как он гудит? В данном видео я хочу рассказать вам про требования нормативных документов к характеру гудения силовых трансформаторов. Вот это у меня трансформатор тысячник. Трансформатор 1000 ква, напряжение 10 на 0,5. Вот его табличка. Кабель 10 кВт. Дальше идет шинами. Выводы. Первичные обмотки. И это у нас выводы от вторичной обмотки. Уходят уже также шинами за стенку. Это запорожский трансформаторный завод. 1962 год. Это термосигнализатор, трансформатор с выхлопной трубой, с расширителем. С термосифонным фильтром. Вот такой обычный тысячник. Характер гудения исправного трансформатора, согласно его инструкции по эксплуатации, должен быть ровным и умеренным, без каких-либо резких шумов, тресков, дребезжаний, жужжаний и тому подобное. Если слышен неравномерный шум и потрескивание внутри бака трансформатора, то его необходимо срочно выводить из работы. Это требование аргументировано ПТЭП пунктом 2.1.41. Причин для возникновения повышенного гудения трансформатора на самом деле может быть несколько. Например, это ослабление болтов крепления крышки трансформатора, либо расширителя, либо выхлопной трубы и тому подобное. Также повышенное гудение трансформатора может быть по причине повышенного уровня питающего напряжения. Третьей причиной является ослабление прессовки пакета и стыков магнитопровода. Четвертое – это вибрация крайних листов магнитопровода. Пятое – работа трансформатора в режиме перегрузки. Шестое – несимметрия нагрузки трансформатора по фазам. Появление замыкания между витками обмотки. Достаточно быстро и без отключения трансформатора от сети можно определить уровень питающего напряжения, работу трансформатора в режиме перегрузки и несимметрию нагрузки, чем я сейчас и займусь. Так, это вот данный фидер, откуда питается трансформатор. Как видите, текущая нагрузка находится в районе 25-26 ампер, а номинальный ток составляет 57,7 ампера. То есть нагрузка меньше, номинальная практически в два раза.
То есть трансформатор у нас не грузится. Вот секция 500 вольт, которая запитана от данного трансформатора. И как видите, нагрузка у нас на вводе составляет порядка 400 ампер. То есть нагрузка небольшая. Несимметрию фаз я проверить не могу, но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что несимметрия минимальна, так как данная секция имеет напряжение 500 вольт, изолированная нейтраль, и практически все потребители здесь трехфазные и подключены на линейное напряжение 500 вольт. Никаких однофазных нагрузок здесь нет. А значит, и можно с уверенностью сказать, что нагрузка здесь вполне симметричная. Но это, кстати, можно и проверить и с помощью клещей. Напряжение питания трансформатора тоже находится в норме и составляет 10,6 киловольта. Данный киловольтметр подключен к измерительным трансформаторам напряжения типа 3-0-10. О нем я еще не рассказывал, в планах есть рассказать о схеме его подключения, так что кому интересно, пишите тоже об этом в комментариях. Ну и вот такое вот небольшое видео, в заключение вас прошу, как вы считаете, нормальное гудение у данного силового трансформатора или нет? Пишите свои ответы в комментариях и желательно с обоснованным мнением. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч!